Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и не говорите то, что вы не любите подарки от разработчиков. Я, например, люблю их больше всех. Ну а прямо сегодня вам расскажу, как же можно совершенно бесплатно на халяву получить крутые подарки от разработчиков. Ну присаживайся поудобней, обязательно прожимай лайк, а мы начинаем. Ну и конечно же, кем я буду, если я буду рассказывать про подарки и при этом вам ничего не подарю. Ребята, прямо сейчас я дарю вам совершенно любой скин из того, что вы видите на экране, помимо Керамбита Голд. Чтобы получить, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий плюс твой ID, это очень важно. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Ну что же, всем желаю удачи, а мы начинаем. Ну что же, заждались, как же получить крутые скины бесплатно, как же без доната получить какой-либо подарок от разработчиков? Ну что же, первый и, наверное, самый основной пункт — это получить скин за удачу. Прямо сейчас видите самый дорогой скин в игре, он стоит на данный момент 200 тысяч голды. И знаете, как его можно получить? Только за удачу. А как получить Керамбит Голд? Тоже можно получить только за удачу, ну или, конечно же, купить на торговой площадке. Я понимаю то, что я говорю совершенно банальные вещи, но до сих пор есть такие люди, которые не верят. Ребята, все эти скины вам выпадают за удачу в совершенно любом режиме, совершенно рандомным образом, просто вы играете и в конце раунда вы получаете место, там, например, серебра, получаете совершенно бесплатно любой из этих скинов. И если вам что-то из этого выпало, то, ребята, вы счастливчик. До недавнего времени только у одного меня был АВМТХ, но сейчас, посмотрите, их целых 5 штук на рынке. И опять же, где же они все выпали? Они все выпали в конце катки за удачу. Чаще всего Nameless коллекция падает именно в соревновательном режиме. В конце каточки чаще всего, ребята, вы получаете серебро. С небольшим шансом можете получить стикер-пак хэллоуинский. Да, это не шутка. И с максимально маленьким шансом можете получить любой скин из Nameless коллекции. Вы, конечно, не поверите, но тем не менее есть люди. Это даже мой АВМТХ, который вы все видите. Я, по сути, получил благодаря моему подписчику, который получил этот скин за удачу соревновательном режиме. Притом, не знаю, один очень-очень странный факт, почему-то всем скины из Nameless коллекции падают именно ночью. Я не знаю, с чем это связано, но уже неоднократно. То есть мой подписчик в 2 часа ночи выбил АВМТХ, подарил мне. Там еще кто-то выбил АВМТХ, и все они выбивают его именно ночью. По поводу хэллоуинских стикерпаков, ребята, это уже не первый раз. Хэллоуинские стикерпаки падают очень часто, и особенно часто они падают именно во время Хэллоуина. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время разработчики нам с вами дадут такую возможность, что мы сможем за любую катку в любом режим получить такой замечательный прекрасный скирпак, который стоит 2000 голды. Также напоминаю еще один очень важный факт. Почти за каждую катку вы, ребята, получаете серебро, да, как я вам показывал на скриншоте, то есть тут видно то, что все получают серебро. За это серебро мы что можем купить? Мы можем купить любой боксик. Я прям сейчас купил Empire Box, я его открою, и вы понимаете то, что с маленькой вероятностью, но тем не менее тоже с вероятностью, мне может выпасть какая-либо аркана. Конечно, вероятность просто трындецкая маленькая, наверное, 1 к 1000, но тем не менее много кому падало. Если вам падало, отпишитесь в комментариях. Ну а прямо сейчас я вам, ребята, расскажу, как же можно получить совершенно бесплатно халяву очень крутой приз и при этом ничего не делая, даже не заходя в игру Stand of 2. То есть как можно получить на халяву подарок от разработчиков? Поставьте видео на паузу и напишите ваш вариант в комментариях, и потом вы слышите правильный ответ. Барабанная дробь, и, ребята, вы можете получить совершенно бесплатно 100 серебра, если вы просто напишите отзыв в Play Market. Да, это не шутка, да, это не сон, просто за отзыв получаете 100 серебра. А за 100 серебра что можете сделать? Можете купить боксик, и с этого боксика спокойно выбить какую-либо аркану. Но, ребята, это далеко не все, потому что вы скажете, Кента, пока какие-то лажовые призы, а как получить это, так сказать, нормальный подарок? Чтобы получить нормальный подарок, вам надо вместе с вашим кланом проиграть 10 каток, откалиброваться, и тогда вы сможете получить клановую награду. Да, ребята, прямо сейчас вы видите клановую награду. То есть, если у вашего клана максимальное звание Diamond, вы получаете самую крутую награду, и потом в будущем все эти награды добавят на рынок, и вы сможете охренеть, как много на них заработать. Поэтому мой вам совет. Если у вас есть клан, быстрее зовите всех в игру и быстрее калибруйтесь, и проходите калибровку на максимальное звание. Ну опять же, ребята, это далеко не все, потому что вы можете совершенно бесплатно получить такую же самую награду только за соревновательный режим. То есть вы играете в соревновательном режиме, если у вас, например, звание элита, вы получите максимально крутую награду, и потом эту награду тоже сможете продать на рынке. Но теперь же, ребята, добавили новый режим под названием союзники. И знаете что? Я думаю, то, что скорее всего за режим союзники вы тоже сможете получить награду. Просто представьте, буквально играя в любой режим, где есть рейтинг, вы можете получить какую-либо награду и потом эту награду продать на рынке. Ну это же охренеть как круто. Поэтому мой совет — просто играйте в стендов. То есть вам ничего не надо делать. Вы можете получить крутые скины, если вы будете просто играть в стендов благодаря подаркам от разработчиков.
Но теперь мы поговорим, наверное, о самых крутых подарках и как их можно получить, если у вас слишком много времени. Если у вас слишком много времени, то, ребята, вы должны знать то, что в Стендоффе два раза в год выходит Gold Pass. И каждый из вас может пройти этот Gold Pass. Есть платная версия, есть бесплатная. Да, я не спорю, в бесплатной версии подарки похуже, но тем не менее, вам может выпасть совершенно любая аркана. Да, это будет не нож, но тем не менее, вам может выпасть спокойно какая-то аркана, ну, по типу MP7, Blizzard, это 500 голды, это бесплатно, просто то, что выполняете задание, играете. Вам может выпасть Charm, Snow Bear, и вам может выпасть много-много всего, поэтому мой вам совет. Если у вас нет денег, чтобы купить Gold Pass, проходите бесплатный, а почему бы и нет, все равно нечего делать в Стендоффе, так хоть какие-то развлечения. Ну а следующий пункт, ребят, я бы не сказал бы, что это прям капец какой подарок, это возможность. У нас есть возможность совершенно бесплатно получить голду. Ну, например, просто посмотрите, а в МТХ стоит 100 тысяч голды. Комиссия на ВМТХ будет 25%, то есть комиссия будет 25 тысяч голды. Ну а продать в МТХ я могу за 200к совершенно спокойно, и я буду в чистом плюсе на сколько? На 75 тысяч голды. Поэтому, ребята, мой вам совет, просто попытайтесь немножко потрейдить уже со 100 голды, вы можете за неделю спокойно дойти до ножа, и в этом нет ничего сложного. Каждый из вас это сможет сделать, тем более учитывая, что есть миллиард видосиков обучающих в Ютубе. Ну а прямо сейчас хотел бы вам с вами поговорить конкретно о подарках. Ну, в прямом смысле этого слова, о подарках, потому что это гифтбокс, что означает подарочный бокс. Что же это такое и как его получить? Когда-то разработчики просто так подарили каждому игроку по гифтбоксу. И знаете, что начали сделать игроки? Они начали их просто открывать. Просто открывать! Как так можно было? Запомните, все, что дают разработчики, ни в коем случае не продавайте по дешевке, потому что это эксклюзив. Вот такой вот подарок всего лишь был один раз за всю игру. И сейчас он стоит 10 тысяч голды. А просто представьте, если бы никто его не продал. То есть каждый из вас мог бы прямо сейчас получить по 10 тысяч голды. Это просто нереально круто, согласитесь. Но самый большой подарок, который делают разработчики, они дарят промокоды ютуберам. Как бы это ни звучало, но ютуберы не имеют права вводить промокоды себе. Все эти промокоды ютуберы раздают вам, подписчикам. Но вы должны понимать то, что я раздаю, например, но это же не мои промокоды, да? Я вам дарю, но это промокоды, которые дают разработчики. И это самая большая халява от них. И за это большое спасибо, что они выдают промокоды, которые мы можем дарить вам. Я уверен, то, что многие из вас стреляют по мишеням просто так, ну, в качестве разминки. А вы знали то, что вы могли за это получить бесплатный подарок? Да, ребята, потому что в группе разработчиков проходил конкурс, где вам надо как можно быстрее, в течение одной минуты, замочить как можно больше мишеней. И победил мой подписчик, он получил совершенно бесплатно промокод и Wi-Fi роутер. Я считаю, это очень круто, поэтому, ребята, надо также следить за новостями официальной группы разработчиков, потому что вы там можете получить и айфоны, и промокоды, и все-все-все, и это все совершенно бесплатно. Ну что, что ж, ребята, в принципе, это все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем пока!